Уральские общественники призывают к мирному решению проблем. Об этом заявил руководитель областного общества инвалидов Жумажан Кожжанов. По его мнению, страна со времени обретения независимости переживала разные времена. Преодолеть сложные этапы можно лишь благодаря сплоченности народа. Это ни к чему хорошему не придет. Это все должно быть в рамках закона. Сейчас государство идет навстречу, готовый и принимает даже шаги, чтобы решить эти вопросы, трудные вопросы для населения, кажется. Поэтому я призываю всех быть активным и законопослушным. Митингами или другими беспорядками мы не поможем, мы, наоборот, повредим. Поэтому я призываю всех к мирному решению этих проблем.